Всем привет! Итак, у меня наступили дни акролов. Сейчас мы пробежимся маленько по маточникам, посмотрим, кто там рожает, кто собирается рожать и кто не рожает. Так, это у нас окролилось часа три назад. Крольчата там швыряются. Ну тут все нормально, мы не будем трогать. Итак, я вот на период акролов поднял во всем помещении температуру. Она у меня составляет 13. Ну, сейчас маленько опустилась. Ну я так 13-15 я держу. Сейчас будем смотреть, что у нас в маточниках. Вот еще одна тоже. Как раз, наверное, момент акрола в ней. Да, только что окролилась. Она, в принципе, еще сидит. Облизывает крольчат, не будем ей пока мешать. Зато вот другая крольчиха, которая сейчас будет тоже кролиться. Вот она сейчас отдыхает, и видно что-то с пухом даже в зубах. Устала. Вот она сделала хорошее гнездо. Углубление, пуха много. Все путем. Будем ждать акрола. Температуру я поднял в помещении. Пойдем посмотрим других. Давайте посмотрим следующее гнездо. Что у нас здесь? Так, ну это еще не окролилось пока. Еще в следующем. Тут мы тоже ждем пока месяц. Ну ладно. Которая сейчас показывал, лежала, отдыхала с пухом во рту, все, она отдохнула и продолжает строить гнездо. Пух, сено, все собирает, стаскивает в угол и кладет в углубление. Так, перешел в ряд к бургундцам. Еще пуха не рвала, но углубление сделала. Ждет своего часа. Ладно. Смотрим следующую. Ну, это тоже все пока в стадии. Оп. Этим будем убирать сейчас. Тоже подстил весь и подкладку. Так, ну этим. Тут маленькие крольчата, ладно, пусть лежат. Бегают уже по сену. Это вот тоже водички напивается. Подготовила гнездышко. Пуху еще мало, практически нет. Ну, вероятно, нарвет перед самым акролом. Идем к следующей. Какая дверка скрипучая, надо смазать. Ну, это пока тоже тишина. Ой-ой-ой. Срочно смазать. Следующее. Тут пока еще ничего. Ну, в принципе, у нее я завтра акрол жду, либо ночью сегодня. Что у нас тут еще вот здесь есть? Этот тоже. Углубление сделала, пуха нет. Ждет. И я жду. Вот еще мордоришка у меня тоже. Готовится стать мамой. С бундешоу приехала. Так, наступил следующий день. И вот у меня пока один акрол. Сразу с утра я обнаружил. Сделала хорошее гнездо. Много крольчат. Там дальше лежат. Ладно, закрываем. Все, иди, иди, не беспокойся. Хороший у них тут пуховичок получился. Сейчас я здесь вот стену вот так встану, вставлю новое. Дверкой прижму. А то крольчат отсюда выползать начнут. Да, сейчас мы проверим
ту крольчиху, которая вчера не нарвала пуха. Как вы помните, я сам ей нарвал и сделал гнездо. Вот в таком виде это сейчас все. Пуха, вот она пыталась какие-то клочки рвать, но так и не нарвала. Поэтому лежит в том пуху, который я нарвал ей. Но крольчата кормленные. Тепленькие, горяченькие все. 5, 6, 7, 8. 8. Не меньше 8. Вот так как пушок уходит в сено, я им все равно поставил на один день временный обогрев. Если все будет нормально, завтра я его уберу. Эту крольчиху я забивать не буду, хоть она и показала так себя, но не знаю, что за фактор в этот раз сыграл с ней. Я проверю еще разок на следующем акроле, там буду решать. Но в любом случае можно, как говорится, использовать как суррогатную маму, если что, взять с нее акрол. Ну, либо также сделать гнездо, либо пересадить к другой мамашке. Ну, что тут, в принципе, криминального нет. Ладно, будем наблюдать. Итак, с 6 по 10 число у меня прошло 12 акролов, 2 прохолоста и 3 акрола еще ожидаю. Следующие акролы у меня будут 20 марта. Вот все гнезда целые. Всех крольчат я брал в руки, все пересматривал. И бытует мнение, что этого нельзя делать, но это делать можно хозяину без каких-либо проблем. Ни одна крольчиха ничего с крольчатами не сделала. Все прекрасно. Все лежат сытые, тепленькие. Сейчас мы быстренько пробежимся по акролам, посмотрим еще раз. Вот в этом акроле самка дочистила гнездо до самой дощечки прокладки, и кролики все под себя подмяли, весь пух. Получилось, что они его весь замочили. Я вот их крольчат убрал, весь пух вытащил мокрый, но это я выкину все. Пух вытащил, сделал им новое гнездо, постелил им этого сена сантиметра 3-4, чтобы в жидкости никакой не лежали. Сейчас они лежат без пуха, но уже на сухом сене. Все, что ходит, они в туалет, протекает туда под сено, вниз на дощечку. Сейчас мы следующее посмотрим. Что, покажешь, что у нас тут? Все отлично. Надо еще будет пересмотреть без камеры, все ли там нормально. Одной рукой не совсем удобно. Лежат краснопузики. Так, все нормально. Переходим на другой ряд. Бургундцам. Вот это та крольчиха, которая сделала 2 гнезда, но через 4 дня я смотрю, что она все-таки сформировала 1 гнездо из 2 гнезд. И все кролики теперь лежат в одном гнезде. Она очень сильно она их укрыла вообще таким слоем. Но крольчиха чувствует холод, а эта клетка крайняя к окну, и поэтому она их более усиленно прикрыла. Да, и в прошлый раз, в прошлый акрол, эта крольчиха, когда окролилась, то она пришла сразу в охоту, вела себя буйно. И крольчата перестала кормить, крольчата все умерли. В этот раз
она опять пришла после крола в охоту. Но я тут же провел холостую случку, сделал покрытие другим самцом. И вот как мы видим, крольчата целые и здоровые, лежат в гнезде. Потом посмотрим, что будет дальше. Ну, я делал видео на эту тему. Потом мы этот вопрос еще раз обсудим. Следующая бургунка тоже укрыла так, как будто у нас тут Якутск. Ничего плохого, пусть лежат. Считает нужным, значит. Это из ожидаемых окролов тоже. Тоже на 10 число. Пару дней еще надо ей. Вот эта красавица сделала. Гнездышко окролилось. Не будем мешать. Подготовочка полным ходом, но крольчат еще нет. Ладно, сиди. Мордериха, которая приехала с бундес-шоу у нас вместе с самцами. Все, сделала хорошее гнездо. Куча крольчат. Молодец. Еще одна готовится, тоже что-то типа гнезда пока делает, но еще ничего конкретно не сделала. Тоже у ней 11-12 число. Ладно, пока. Ну и та крольчиха, с которой я нарвал пух для крольчат, так как она почему-то так его и не рвала. Ну, крольчата целые, здоровые, сытые, накормленные. Хорошо. В соседнюю клетку заглянем, что ли, здесь у нас. Калифорника тянет 9 голов. Куча мала друг на дружке сидят. Ну, по окролам на сегодняшний день все. При поступлении новой информации буду делать новое видео. Всем пока!